Здравствуй, Юля. Насыщены ли выходные мероприятиями? Здравствуй, Максим. Да, мероприятий, как всегда, много. Пожалуй, начну с самых сказочных. Очередные елки в Горках. В эту субботу музей-заповедник Горки Ленинский и театр «Империя» приглашают детей и взрослых на новогоднюю сказку-комедию «Зимняя сказка» или «Баба-Яга против Деда Мороза». Возрастные ограничения 3+, начало в 12:00. Билеты приобретайте в кассах музея. А для взрослых в кинотеатре «Искра» 3 декабря состоится спектакль «Игра любви и случая». Комедия в трех актах от режиссера Руслана Садковского. Легкий, как прикосновение бабочки, искрометный, как бенгальский огонь. Спектакль – притча о том, что поиск своей второй половины – это прежде всего поиск самого себя. Занавес откроется в 18:00. Спортивные мероприятия также разнообразны. Ледовый дворец «Арктика» приглашает всех посетить сразу две игры. В субботу 3 декабря в 15:00 состоится матч хоккейного клуба «Металлург» город Видное и хоккейный клуб «Атом» город Москва. А в 19 часов «Металлург» встретится с командой «Домодедово». Будет жарко. В Березовой роще, главный вход стадиона «Металлург», состоится военно-спортивная игра «Отчизны верные сыны», посвященная 75-й годовщине начала контрнаступления советских войск под Москвой 1941 года. Командам необходимо будет пройти марш-бросок, посоревноваться в перетягивании каната, выжить в боях гладиаторов и многое другое. По итогам игры победителей ждет награждение. Итак, 3 декабря – главный вход стадиона «Металлург». Регистрация участников с 9 до 10 утра. Начало в 10 ровно. А сейчас я поделюсь с вами мероприятиями библиотеки. 3 декабря в 16 часов встреча на игровой площадке Центральной детской библиотеки состоится программа выходного дня для детей. В этот раз будет рассказ о традициях разных народов. Ханука – праздник свечей. Именно ему посвящена игровая программа. А в 17:00 на вечеринке в гостях у библиотеки территориальные молодежные советы за Видное и Старый город. Подготовлена интерактивная программа и дискотека. 4 декабря районный центр культуры и досуга проводит в центральной библиотеке тематический вечер в белоснежных полях под Москвой для пожилых людей с танцами и чаепитием. Начало в 16 часов ровно. Максим, у меня на этом все. Спасибо, Юля. А мы в воскресенье отдохнем на свежем воздухе. Пойдем с дочерью на горку. Да, Максим. Причем в воскресенье, 4 декабря, отмечается очень интересный и особенный праздник, посвященный наступающему Новому году. День заказов подарков и написания письма Деду Морозу. Здорово. Я как раз написал свое письмо Деду Морозу. Надо не забыть его отправить.